удаляет комменты и команды. Ну, блядь, да, типа, это правда. О! Лицо нашего приятеля. Мне нужны тайм-коды. Мне лень это говнище смотреть. 15-минутное. Ну, посмотреть. Тоже вначале заметил Ларин Пидор. Ах, ах, как смешно, Ларин Пидор. То есть чувство... Я думаю вообще, что Эльдару Джарахову слово Пидор говорить нельзя, понимаете? По ряду причин. Кто знает, поймет. Кто заметил? Так, это, блядь, смешно. Ларин Пидор, ха-ха. Комментики на полу... А, на полу написано, боже мой. Вы понимаете, да? Вы знаете, какие вещи веселят эту аудиторию? 8.00, давайте посмотрим. Я даже звук включу в какой-то веке. Творческими именно проектами, потому что видно, что у человека это все прет. Это круто. Ну а теперь давайте перейдем. А, все, я не сразу заметил. Вот же, Ларин Пидор, да. Смешно, нет, действительно смешно. Я как бы все свои претензии к команде Э мы совершенно удаляем, потому что это смешно. Это компенсирует. Ну вот, да. Все, прекрасно. Значит, смотреть говно не будем. Thank you.